Всем привет! Вы снова на моем канале Алиса X News. Сегодня у меня такой влог, как моя подруга Настя играет с моей собакой. Точнее, мучает мою собаку. Она уже устала с ней играть. Кто бы говорил. Так что сейчас я вас поставлю, и вы будете смотреть, как играет с моей собакой. Тут какая-то... Это жилетка висит, это не рубашка, если что, ребят. Вы пока ставьте лайки, если вам нравится это видео уже сначала. Стой, подожди, стой. Стой, дай, дай, стой. Смотри, меня боится. Стой, дай мне утку. Дай мне утку! А я вторую. Рута, вот утка. Рута, Рута. Мой утка. Все, поймала. Она легла. Ку-ку. Вот, сейчас, стой, дай я на камеру покажу мою псинку. Голову опусти. Ну вот, короче, моя псина. У нее светятся глазки, потому что вот такая вот у меня милая собака. Ну, короче, вы играете. У нее тяжелая лапа. Ну, вообще-то не лапа не тяжелая, впрочем-то. Ну вот, короче, мы играем с моей собакой. У Насти, собственно, хомяк. Что ты делаешь? Чешу пузо. Вообще-то она играет... Эх, мешает собаке поиграть спокойно в свою утку. Нет. Настя, скажи нам, пожалуйста, как тебя зовут? Ой! Сколько тебе лет? 10. В смысле 10? Нет, я как бы знаю, что... Ей 10, и вы подумайте, и напишите мне в комментариях, я их, включу, чтобы вы могли писать. Напишите в комментариях, как думаете тогда, в каком году Настя родилась? А я проверю. Первый комментарий. Вот, и 4. Кто знает, сколько мне лет, пишите, пожалуйста, в комментариях. Собака! Все, мою собаку оккупировали. Собака! Все. Все, у меня теперь нет собаки, но я это уже поняла. И вот, да, как вы думаете, сколько лет мне, в каком году я родилась и какого числа, если знаете? Потому что я обязательно выложу свой день рождения, что мне подарит. Ну как же я вас могу оставить без этой информации, собственно говоря? Ну вот, вы пока не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Понятно. Ну, а пока я показываю, что происходит за кадром. Если бы это была настоящая утка, ее бы сейчас давно не было. А, да, кстати, в этом бобре, как мы его называем. Ну все, теперь она охотится. Она не знает, за кем охотится, поэтому у нее взрывается взрыв мозга. И в этих двух, даже у нее три уже этих игрушки, в них были пищалки, но они портились в первый же день покупки. Ну вот. У кого есть какие-то домашние животные, пишите в комментариях плюсики и пишите какие. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока!